To pas. Два раза уже обожаю выйти. Арсенчик его запоминает и говорит, еще не час. А Тарас говорит, да не, уже час. Мне как-то не хочется покидать клан. Долбо я выкусил. Может, мне тоже долго зайти? Нет. Чего? Нет. Ты долбо я... Давай покажи, ты хуяришь в битву. У меня одно из вас всех, блядь, такие бы хуйня происходит. Все могут себе спокойно снимать стендов, а я их долбаю. С вами рубрика, как проебаты. 5000 гривен стоит. А, шутка нихуя, блядь. Шо, блядь? Шо, блядь, шо нихуя, шо ничего? Ой, блядь. Обоёшь. Сосиска, ну. Сука, что не грузит, блин. Заебалась, пизда, нахуй, всё хуё. Блядь. Я-то тебе ебал, чё, блядь, сука, конечно. Татки ем. Ты си чёрный месье Славку? Я ем чёрный месье Славку. Блядь, заебись. Нет волкова ничего. Ну, дивіться, ми залагаємося в сиру стендов 2. Ой, боже, а так кидати можна, так всі файні. Ех, охуєнно. Нічого не лагає, ФПС не посідає, дубка не махає. Ось так ось говориться. Блять, чому ніхуя не ясно нічого. Якщо літати люблю, сі дубою махати теж люблю. Так, треба поставляти. У нас там гарантія є, ні. Ахуя. Ага. І хочу возврата денег. Ну, то есть, иди напиши в министру, блядь, робишь вот так, и типа...